дальше. Здесь то же самое. Вот он бьет. Я смещаюсь. Мне важно схватить ногу не здесь, а вот здесь вот подальше. Почему? Потому что если я стану повыше, мне будет не очень удобно. Я могу выкрутить ногу, тоже будет неудобно. Здесь задние ноги, получается, толкаюсь сильным, мощным удар правой получится. С толчка ноги. Раз. Вес тела на левой ноге. Делаю подшаг, высекаю. Удар будет мощнее. Есть варианты, когда я его подхватил, я сразу делаю шаг на него и высекаю с этой же ноги, которая у меня свободна. То есть не без удара руки. А мне нужно схватить его получается, на встречное действие. Идет удар, я его схватил, шагаю. Ну, противник потеряет равновесие, да? Как защищаться? Защищаться? Да? Ну, не попадаться на такие вещи. Еще момент. Очень хороший, но мало используют. Простое колено, восходящее вот сюда. Нижняя часть бедра. Внутреннюю. Очень неприятно. И вот пару раз можно просадить, так останемся без тормозов. То есть тот же самый принцип подхвата. Принцип подхвата тоже самое. Я ухожу от удара. Здесь только мне нужно перекрыться. Сразу ручку я кладу сюда. Раз. Следующее колено может быть в корпус, либо в голову. Сейчас поочередно вот. Два варианта просто попробуем. Я бью, раз, это делает, что мы делали. Раз. Это делает. Сразу руку накладываешь. Руку. Раз. Руку накладываешь на голову, да. Бедро снизу. Еще раз. Да, особо внимательно. Подхватил, вот я делаю. Накладываю на голову.